5 мая 1891 года в Нью-Йорке был открыт один из самых знаменитых концертных залов мира. Тогда его называли просто Music Hall, а через несколько лет переименовали в честь крупного промышленника Эндрю Карнеги, который финансировал строительство. На музыкальный фестиваль по случаю открытия зала в качестве почетного гостя был приглашен Петр Ильич Чайковский. За пультом Нью-Йоркского симфонического оркестра русский композитор исполнил свой торжественный марш. Выступление произвело фурор. Чайковского трижды вызывали на поклон. Кроме Нью-Йорка, Петр Ильич с неизменным успехом дирижировал своими сочинениями и в других американских городах. А на обратном пути сделал первые наброски 6-й симфонии. Гастроли в Америку произвели сильное впечатление на Чайковского. Свои дневниковые записи он отослал брату Модесту, чтобы позже создать на их основе статью. В один из дней Чайковский запишет. «Слуга Макс, подающий мне по утрам чай, провел все детство в Нижнем Новгороде и учился в тамошней школе. С 14-летнего возраста он жил то в Германии, то в Нью-Йорке. Теперь ему 32 года, и русский язык он забыл настолько, что выражается с большим трудом. Но большинство обыденных слов знает. Мне очень приятно, бывает, говорить с ним немножко по-русски. В 11 часов явился пианист Руммель, старый берлинский знакомый. Все с тем же приставанием дирижировать в его концерте 17 числа, по поводу чего однажды он уже был у меня. Приходил журналист, очень любезный и даже ласковый. Он спрашивал, нравится ли моей супруге пребывание в Нью-Йорке. Этот вопрос мне уже нередко предлагали. Оказывается, что на другой день после моего приезда в некоторых газетах было сказано, что я приехал с молоденькой и хорошенькой женой. Произошло это от того, что два репортера видели, как я садился в карету с Алисой Рено у пароходной пристани. Завтракал внизу в отеле, гулял по Бродвею. Зашел в рекомендованный мне венский кафе, но имел несчастье натолкнуться на капельмейстера Зайдля. И пришлось беседовать с ним, а мне было не до беседы. Я волновался по поводу предстоящего первого появления на вечернем концерте перед 5000-ной публикой. Возвратившись домой, имел крайнее неудовольствие принять ворвавшегося ко мне месье Буссо, один из французских пароходных приятелей. Он сидел бесконечно долго, имея напускной грустный вид и как бы ожидая, что я спрошу, почему он расстроен. Когда я наконец предложил ему этот вопрос, то Буссо рассказал, что у него вчера в Централ Парк украли все деньги и что он пришел просить у меня 200 франков. А богатый отец? А миллиарды пробок, которые фабрикуются, рассылаются по всему миру? Все эти рассказни его, значит, вздор? Я объявил ему, что теперь денег не имею, но, может быть, дам в конце недели. Очень все это подозрительно. Я начинаю думать, что не он ли стянул мой кошелек на пароходе? Нужно будет посоветоваться с Рено. В 7:30 за мной зашел зять Рено. В переполненном каре мы доехали до Music Hall. Освещенная и наполненная публикой, она имеет необыкновенно эффектный и даже грандиозный вид. Я сидел в ложе с семейством Рено. Началось с того, что Рено произнес речь, по поводу чего бедняга ужасно накануне волновался. После него пели национальный гимн. Затем пастор говорил длинную, как говорят, необыкновенно скучную речь в честь устроителей здания, и особенно Карнеги. После того была исполнена очень хорошо увертюра Леонора. Антракт
сошел вниз. Волнение. Моя очередь. Приняли очень шумно. Марш прошел прекрасно. Большой успех. Остальную часть концерта слушал в ложе Хайда. Тедеум Берлиоза скучноват, только в конце я испытал сильное удовольствие. Рено увлекли меня к себе. Импровизированный ужин. Спал, как убитый. Вторник, 23 апреля или 5 мая по новому стилю 1891 года.